Как подготовиться к Олимпийским играм? Какая атмосфера царит на соревнованиях? Что чувствуешь, когда завоевал золотую медаль? Эти и другие вопросы гости молодежного центра смогли задать титулованным спортсменам Анастасии Кулешовой, Наталье Матвеевой и Евгению Дементьеву. Спортивный путь Евгения Дементьева начался в поселке Таежный Ханты-Мансийского автономного округа, где маленький Женя пошел в лыжную секцию. Благодаря упорству и трудолюбию он стал олимпийским чемпионом, а сейчас продолжает показывать высокие спортивные результаты. Затянуло и остался. Во-первых, получаться стало. Во-вторых, я в школе плохо учился. И вот, как говорится, выбор тоже был невелик. У саровской лыжницы Анастасии Кулешовой большой опыт участия в соревнованиях различного уровня. От региональных первенств до Олимпийских игр. С юного возраста спортсменка шла к олимпийской медали. Сначала областные соревнования, потом всероссийские и мировые первенства. Первую олимпийскую медаль Анастасия завоевала в 2012 году на юношеских Олимпийских играх. На Олимпиаде 2018 года саровчанка успешно выступила в составе эстафетной команды и завоевала бронзовую медаль. Я считаю, что каждый спортсмен, если он хочет добиться высокого результата, хороших успехов, он должен ходить на каждый старт все равно, что это Олимпийские игры, что это первенство области. В конце встречи желающие сделали памятные фотографии с титулованными лыжниками и взяли у них автографы. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей «Саров-24».